Меня зовут Вахтеева Дарья, и я специалист по связям с общественностью компании «Промобот». В ноябре 2017 года мы участвовали в реалити-шоу «Идея на миллион», где были собраны самые передовые стартапы России. В рамках шоу участникам было необходимо организовать краудфандинговую кампанию и собрать необходимую сумму за полтора месяца. 4 ноября мы объявили сбор средств на покупку робота «Промобот» второй версии для детского центра робототехники «Лига роботов». За полтора месяца было необходимо собрать 500 тысяч рублей, и мы это сделали. 237 спонсоров приняло участие в краудфандинговой кампании и позволило начинающим робототехникам развивать свои знания на реальном отечественном роботе. Именно такой робот отправился в Лигу роботов. Это вторая версия нашего робота. Он умеет автономно передвигаться, распознавать речи, лица, приветствовать и общаться с людьми, говорить промо-речевки и воспроизводить фото и видеоматериалы. Это сборочный цех, и сейчас мы вам покажем, как робот собирается. Когда все готово, отдел техподдержки тестирует робота перед отправкой. Если все в порядке, то его упаковывают и кладут в специальный транспортировочный кофр. Робот для Лиги роботов уже отправился в Москву, а мы хотим выразить благодарность всем и каждому, кто сделал вклад в это большое и доброе дело. Еще раз спасибо всем спонсорам за участие и поддержку нашего проекта. Мы вместе подарили детям робота. Следите за новостями компании «Промобот» в социальных сетях и на сайте. Будет много интересного.